Дичь какая. Давай. Что за звуки? Все, у меня уже вообще игрушак поедет от этой игры. Приветствую тебя на моем канале. Сегодня я бы хотела снять летсплей по игре, которая называется Пус. Наверное, правильно прочитала название этой игры. Игра психоделическая, такая прям жесткая, наркомания. Вроде как что-то связанное с кочками. И хардкорная, самое главное, я знаю, что вы любите, когда я бомблю, так что погнали. Снизу нам уже высветилась подсказочка, что нам нужно сделать с этим котиком. Бонжур написано на экране. И... Не забывайте ставить лайки и подписываться, если вы тут впервые. Вот, и пишите комменты, как вам игра. Итак, погнали. Ну, суть ясна, нам нужно, видимо, проходить сквозь лабиринтики. И, наверное, не задевать все... не задевать стеночки. Жесть какая. Надеюсь, не на время. Ой, если на время, я бы не смогла. Ой, больно. Больно. Нет, только не сейчас. Я почти дошла до конца. Боже, какая вокруг наркомания? Это что, кошки? Почему они такие криповые? Мяу, 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 мяу. Мы дошли. Блин, этот катан сверху, он такой крутой. И звуки на фоне просто топовые. Level complete. Best что-то там. Visit Puss Steam Page. Что это такое? Картинка классная, но я не хочу туда переходить. Погнали дальше. World 1. Дичь какая. Окей. We are gonna show you. Ой, как узенько. Ой, как узенько. Мяу. Слишком легко что-то было. Первое было сложнее, чем вот это. Хм, странно. Блин, что за дичь? А тут что надо делать? Блин, тут узко слишком. Господи, срань какая. Вообще-то, кстати, демка. Это я скачала демку, не покупала игру. Там можно скачать демо-версию в Steam и поиграть в демку. И это именно она. Так, видимо, сейчас надо дойти вот до сюда. Вообще, я вроде бы затрагиваю стеночки, не знаю. Ой, это что, на время? А, ни хрена себе. Серьезно? Ой, простите, извините, я нечаянно. Вот, все-таки я... дотронулась и это. Да ну я же не задевала сейчас. В смысле? А что, у меня еще и жизни? У меня всего лишь жизни до 11, я думаю, бесконечное количество. А как? В смысле? Нет, стой, в смысле? Сложно, резко стало сложно, алло. Нет, стой. Не надо помех. Не надо помех. Как вообще? А!
собака, я успела! Ебой! Мяу! Я успел! Окей. Не знаю, какая по продолжительности здесь демка. Уф, сложно. Надо успеть. Я успела. Ни хрена себе, а тут такая длинная. Но она зато широкая, так что сейчас... Я успела. И сейчас еще вот здесь. И оп. Мяу. Кстати, жизни дают. Когда левел качаешь, тебе дают жизни. Это круто, потому что я просрала несколько жизней. Что за жесть? Блин, как это пройти? О май гаш. Блин, да стойте. О, сохранёнка. Вау. Ой, ну я не знала, что там сейчас все. Как дичь какая. Кстати, эпилептикам в эту игру играть нельзя. Ну, я думаю, вы... Я и сами это понимаете. А как? В смысле? Я дождалась до конца, пока оно дзынкнет. Там не... Да как там вообще успеть-то можно? Жесть, конечно. У меня уже 9 жизней осталось. Так. Чё, я стою. Вот оно расширяется. Дзынькнуло. Таймер дзынькнул. Я успела. Дайте мне жизнь, пожалуйста, а то я опять просрала несколько жизней. У меня уже 9, сейчас 10 будет, наверное. Something beautiful. Так, ладно, давай. Что за звуки? Что? Душа. Какой-то духаст. Духаст! Ладно, погнали. Ну, фак, ну я... Ну чё? В смысле? У меня же еще было много жизней. Что случилось? Что с игрой? Блин, это вообще крипота, мне страшно, ребята. Вырубайте нахер это все. У меня же еще было вроде много жизней, нет? У меня же было 10 жизней, а я сейчас умерла всего лишь раза 3 вроде бы. А что, сейчас все заново типа будет? Нет, это что-то другое. Было все по-другому было. Интересно. Там были другие кошки на первом уровне. Иу, кокузенька. Странно. На самом деле странно, что мы умерли. И странно, что типа сейчас вообще другие уровни. Хотя вроде как мы заново начали. Изи. Изи. Нифига, сколько мне дали очков.
Серьезно? Так много? Что у меня уже вообще на грошах поедет от этой игры. Я нечаянно. Все, сосредоточились. Я пытаюсь! Сложно! Блин, я не знаю, что-то у меня не получается с этими... на вот этой штуке. А, да-да-да, я прошла. Так, стоп, а... А, да, я успела. Нифига себе, я успела. Я думала, сейчас умру опять. Аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько. И на выход. Мяу. А здесь даже вообще одного уровня не дали, и я ни одного из жизни не получила, хотя просрала здесь в жизни сейчас 2 или 3. Странно здесь дают, конечно, это. Дичь какая. Короче, надо каким-то образом успевать пройтись по этому лабиринтику до квадратика. Боже, я боюсь. Фак, я сейчас здесь помру. А что-то, ну, бред какой-то. Чего она так быстро сужается? А нет, смотрите-ка, получилось. Блин, я перебежала нечаянно немножко, фак. Ну я, ой, вау, хорошо, я не умерла. Но я была близка к этому. Ну я же почти дошла там до квадратика, алло. Уровень жести, что за фигня? О, да-да-да-да-да. А, какая длинная хрень. Вы издеваетесь? Посмотрите, где я сдохла, я почти уже была там. Да ну, несерьезно, алло. Чтоб у меня одна жизнь осталась. Блин, это был очень сложный уровень. То перелетаешь, то не долетаешь до этого квадратика. Я уже почти там до конца дошла и умерла. Хотя там задела, наверное, пикселюшечку. Сейчас будут опять новые уровни генерироваться? Или будет опять старые? То, что было в самом начале. Давайте посмотрим. Да, тут уже все, что было, получается, в самом-самом начале. Так что давайте на этом закончим наш летсплей. Пишите обязательно в комментариях, как вам эта игра. Мне кажется, это просто дичь какая-то. Я не уверена, что буду скачивать, точнее покупать эту игру, скачивать ее полностью, проходить, потому что, ну, мне кажется, достаточно вот этой вот демки, чтобы взглянуть на игру, посмотреть на эту наркоманию. Но если вы вдруг очень хотите, то обязательно пишите в комментах. Я учту ваши пожелания, я скачаю эту игру, куплю, установлю и поиграю подольше. Вот. Но для начала мне нужно узнать, как вам вообще игрушка перед тем, как покупать ее и играть в нее. Так что обязательно пишите комменты, ставьте лайкусы и подписывайтесь. Да? Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Все, увидимся с вами очень скоро в следующем видосике или на стримчике. Всем вам хорошего дня, вечера, утра, в зависимости от того, что у вас. И всем пока!